Монета 1 цент 1973 года. Барбадос. На реверсе монеты изображен увитый водорослями трезубец Нептуна. Элемент флага Барбадоса. Справа от трезубца внизу отчеканены мелкие буквы PN. Знак дизайнера монеты гравера Филиппа Натана. В нижней части реверса полукругом прописан номинал и название денежной единицы. Надпись «On a cent». По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек. На аверсе монеты, развернутом к реверсу на 180 градусов, изображен утвержденный в 1966 году герб государства Барбадос. В центре герба геральдический щит, на котором изображено дерево, воздушные корни которого побудили первооткрывателей острова испанцев назвать его бородатое дерево. Крону дерева обрамляют два национальных цветка Барбадоса – красные орхидеи. Щит венчает рыцарский шлем, нашлемник которого выполнен в виде руки, сжимающей два стебля тростника. Слева и справа щита два щитодержателя – большая корифена и американский бурый пеликан. В основании герба расположена стилизованная лента с надписью на английском языке «Pride and Industry». В переводе «гордость и трудолюбие». Обрамляют герб два трезубца, символизирующие принципы правления на Барбадосе, состоящие из трех формул – из народа, с народом, для народа и разрыв с ним. Трезубцы изображены без древка. Герб делит прописанный горизонтальной строкой год чеканки монеты 1973 пополам. Внизу полукругом надпись «Барбадос». По окружности канта выполнены рельефные элементы в виде точек. Гурт монеты гладкий. Монета изготовлена из бронзы. Вес 3,11 грамма. Диаметр 19 миллиметров. Толщина 1,5 миллиметра. Чеканили монету на монетном дворе Лантризант, Великобритания, тиражом 5 миллионов штук. Средняя цена 30 рублей. Конкретно эта монета была куплена за 10 рублей.